В Старых Химках комплексно благоустраивают дворовые территории. Возле домов 4 и 6 по Ленинскому проспекту откроют зону для воркаута. А двор возле многоэтажек на Гоголя озеленят, восстановят газон и высадят кустарники. Вместо старых детских площадок новые, технологичные и безопасные. Но прежде чем приступить к работам, коммунальные службы города проводят встречи с жителями. Все изменения проходят только с их согласия. Сейчас власти ищут подрядчика. Они предоставляют визуализации детских площадок, потому что сейчас это эскизные проекты, визуализации наполнения и детских площадок, и визуализации всей дворовой территории с объемами, те, которые они будут выполнять. Еще раз выходим и согласуем это с жителями. Ну и дальше мы только после этого, после согласования, мы приступаем к работе. Все работы планируют завершить к осени этого года, а финансирование в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий идет из двух бюджетов – муниципального и регионального. Информацию о следующей встрече с коммунальщиками можно узнать у своей управляющей компании.